Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуй! Вы попали в школу самцов. Здравствуйте! Меня зовут Демьян Волков, он же директор школы самцов, ректор факультета самцеводства. Сегодня я вам хочу рассказать одну очень трогательную историю, которая точно вас тронет. Пришел ко мне утром мальчик и сказал: «Отец!» Ой, какой отец? Я ему не отец, он сказал: «Отец моды!» А я есть отец моды, я мода. Мода — это я, модельный мир — это мы. Дом моды — мой дом. Мы модели, моделинг, линк дом. Так вот, пришел ко мне и говорит: «Хочу захватить сердце!» А я ему отвечаю: «Эй, мальчик, я тебе что, пикапер, что ли?» Но потом задумался и понял: я не только самец, но еще и психолог. Помогу захватить этому маленькому мальчику сердце этой девушки, и у них будет настоящая любовь. Так ты хочешь пили-били с ней или что? А, ну хорошо. Маленький мальчик, модель, дизайнер сюда подошел. Заходи уже, заходи, что ты там стоишь? Подойди, да подойди сюда, ты же хотел быть самцом. Возьми мою руку. Возьми, маленький мой птенчик, возьми руку. Послушай, послушай, если ты заходишь в мой дом, возьми мою руку. Руку возьми. Молодец. Очень приятно познакомиться. Меня зовут Демьян Волков. Дизайнер, модельер, саксофонист, дифонист и аферист. А ты кто? О, я в шоке. Короче, ладно, я понял. Давай расскажи мне, ты зачем ко мне пожаловал в дом моды, дом людей, которые светятся? Ну, просто есть одна такая девочка. Девушка, леди, мадмуазель. Да. Да-да. Я еще не уверен, как ее зовут, их просто две. Сколько? Две. Ахрина и Махмед. Это очень много для начала, успокойся. В общем, ты хочешь любовь, да? Ты хочешь пили-вили организовать. Нет, ну ладно, это для тебя сейчас слишком ранний период. В общем, хочешь захватить тёлочек? Ахмеда, да. Нет, Ахмед — это тебе к другому, это к тебе к Альфреду, он там голубцами. А мы сегодня остановимся на Ахрине. Кстати, она тут живет по соседству, мы ее позовем. Ага. Не стесняйся, все будет хорошо, я сейчас за ней сгоняю. Только будь уверен, что вот так выглядеть нельзя. Быстро пошел переоделся. Я сказал, пошел переоделся. А что в моей одежде не так? Все не так, ты вообще весь не так. Я Ваня. Дети. Что там? Ой-ой-ой-ой, мама мия, воу, заходи, садись. Ты чё? Ты кто? А ты усы зачем сделала? Зачем? Очки мои? Ты чё? Сейчас я позову Ахрину. Бурлит сила, да? Молодой. Ох, самец. Пошёл я Ахрину позову, будь готов, хорошо? Здрасте, Демьян. Какой такой Демьян? Я Ахрина. Почему у тебя кольца, как у Демьяна, и усы? Какие кольца? Я не вижу, это не кольца. Какие кольца? А усы? Hello, darkness, my old friend. Вообще, зачем ты задеваешь мое мужское начинание во мне?
не все девушки могут быть безволосые. Да я не верю, что ты охренел. Ты Дэмиан, ты директор школы самцов. Я не директор школы самцов, я даже на него не похожа. Я бы здесь поспорил. Значит, слушай сюда. Ахрина отъехала на пару дней. Я знаю, что все подписчики набрали 10 тысяч лайков. Ее сейчас нету. Она будет в следующем видео. А пока я буду здесь. Дэмиан, директор школы самцов. Смекаешь? Да. Все, давай. И сегодня мы... И сегодня мы будем учить тебя делать комплименты девушкам. Понятно? Да. Молодец, молодец, самец. А вы не забывайте подписываться на канал, да? Да! Ставить пальцы вверх, и тогда будет новый видос о том, как Чупакабра захватывает тёлочек. Да! Молодец, огурец. Ну так давай. Я Ахрина, ты мне должен сделать комплимент. Урок номер один. Ты должен сказать что-то такое, сравнить девушку с чем-то суперклассным или же... Или сказать ей то, что она никогда не забудет. У тебя такие глаза... Какие такие? Стрёмные. Но мне нравится. Чё? В смысле, стрёмные тебе нравятся? Ты чё, наркоман? Ты урод, но ты мне нравишься. Нормально, нравится тебе? Ещё раз, попытка номер два. Начинай. У тебя... Ой, хорошее начало. Да, да, у меня что, у меня? Какого красивого цвета твои губы? Уа, да, 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 они такие, какие? Мокренькие. Какие в сраку мокренькие? Цвет мокренький у твоих губ. Что ты несёшь? Ты наркоман? Покемон недоделанный. В голове у тебя мокренько. Точнее, сухо. В Африке сухо. Темнокожим людям сухо. Воды нету. А у тебя губы мокренькие. Попытка номер три. Я надеюсь, что ты что-то вы. Твои носки так вкусно. Носки вкусно пахнут? Что? Очень хорошо пахнут твои носки. Ты думаешь, что я, прежде чем выйти к тебе, пшикал одеколоном свои ноги? Ты серьезно? Да-да, у нас большая проблема, ребята, этому мальчику нужна помощь. Потому что если мы ему не поможем, у него никогда не будет девушки. Все будет хорошо, хорошо. Ты, у тебя все, у тебя нормально получается. Продолжай делать комплименты. Не. Чем ты расчесываешь свои волосы? А, я расческой, чем я еще могу расчесывать свои волосы? Ты че за фигню спрашиваешь, маленький засранец? Мне нравится твоя расческа. Можно с ней познакомиться? Пошел вон. Пошел вон! Вон это там! Там дверь! Оставь, Вещи положь. Продолжай, самец хрена. Ну давай, опять обосри меня, давай. Скажи опять же, у меня носки и трусы пахнут, давай. Смешно тебе, смешно? Ты смешно! Ну ладно, где трусы пахнут? Ну ты сама сказала это. Все, никаких съемок, пошел в сраку. Прежде чем ты сейчас скажешь очередную фигню, я тебя предупреждаю. Я детей могу обидеть. Ты понял меня? Несмотря на то, что ты ребенок, у меня есть рыба, у меня есть ярость, у меня есть злость, папа меня не воспитал. Я буду бить ногами по животу. Ты понял? Ты понял меня? Немножко. Я рада. Продолжай. Подумай хорошенько, прежде чем мне что-то базарить. Ахрина злая. Да-да. А что это? Это так, просто декорация. Мне просто нравится что-то в руках держать. А сколько у тебя пальцев? Это вопрос или комплимент? Вопрос. Пять. Это мое любимое число. Круто. Ты дурак? Это был... Понятно. Что с этим ребенком не так? Сюда подошел директор школы самцов. Кто это? Ты не знаешь об этой школе. Ты вообще об этих людях первый раз слушаешь. Ты не выпускник, ты в этой школе не находился. Ты просто сосок. Я ничего не знаю. Ты розовый гусь, что хочешь, ты не знаешь Ахрину, Дэмиана Волкова, никого ты не знаешь. Все, пошел в сраку. Никакой школы. Ты больше нигде не будешь учиться. Ты ни к чему не годен, ты не станешь самцом. Не станешь. Никто с тобой не будет. Будешь со своим Ахмедом ходить на стройку и камни кидать в лужу.
И охрене ты никогда не нравилась. У тебя что, мандраж или что? Что случилось? Я плакать! Тебя кто-то обидел? Да. Кто? Ты, какашки! Я тебя обидел, никому об этом не говори. Успокойся, я тебя не обижал. Это охрена карга старая. Они вообще ничего не понимают. Это мой лучший ученик, я его люблю всем сердцем. Ну и что там? Ты мне молодец. Я хочу тебе дать совет. Твой успех – это твое молчание. Пока твой рот закрыт, все тёлки твои, понял? Молодец, давай 5. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте большие пальцы вверх. Он, я, мы, вас, love. Шарите, волчата, мы вас любим. Мой ученик и я, ультрасамцы, мы вас love. А теперь пошел вон отсюда. Только время у меня отнимаешь, ёпперэсэте, я тебя использовал, ты понял меня? Я тебя использовал, делал с тобой что хочешь. Прикинь, я тоже. Ты чё, вещи оставь, куда ты пошёл? Ты куда пошёл, А ну вернись!